Даже не знаю, как и начать. Меня столь давно не было на этом канале, во всяком случае, визуального моего образа, что я даже не уверен, что каждый здесь помнит, кто я такой, из чего все начиналось и как меня зовут. Так вот, я Александр Форсайт, он же Леда. И это мое шоу, передача, я даже не знаю, не могу сформулировать. Скорее, это именно видеоблог, каким бы мерзким и испоганенным это слово ни стало, под очень провокационным и странным названием. Оно мне просто нравится, как звучит. Мне нравится, как звучат слова «спайсы и сохрани». Так вот, это моя передача «Спайсы и сохрани». И это, так сказать, первый выпуск вводный, в котором я объясню ее тезисы. Тезисов нет. Это просто моя авторская программа, в которой я просто высказываюсь на интересующие меня мысли, возможно, общаюсь с вами, если вы будете писать в комментариях. Рассказываю об интересных, может быть, занятных моментах своей жизни. И я не питаю себя иллюзиями. Я понимаю, что большой аудиторию такого шоу без четкой направленности, без строго регламентированной юмористической составляющей и всего прочего, что у такой программы много зрителей быть, скорее всего, не может. Но я буду делать ее в основном для себя и для тех, кому все-таки может быть интересно, так сказать, своеобразное общение со мной, потому что я действительно буду мониторить вообще все комментарии и сейчас, и через неделю, и через месяц, и через год. И я буду очень рад, если вы будете мне туда писать, задавать какие-то вопросы, вести со мной полемику. Я обожаю споры. В спорах действительно рождается истина, а не в устах младенца. В устах младенца рождается только слюна, для этого и мы слюнявчики. И когда мне приходят интересные мысли, это довольно давно уже происходит, у меня есть мысль. Какая мерзкая вот эта вот мысль. Не будем так больше делать. У меня возникает ощущение, что нужно этим поделиться. Ну вот как если вы идете с другом, и вам приходит в голову интересная шутка, вы такие сразу: «Эй, дружище, зацени-ка, что я придумал». А тут нет, не всегда можно поделиться. Писать ВКонтакт? Ой, нет. Писать в Твиттер? Не каждая мысль уместится в 140 символов, и как-то все это тоже не очень. А делать каждый раз видео на YouTube было западло, потому что времени мало, да и оценит ли кто-то, и вообще, что это такое, чувак просто сидит без монтажа, разглагольствует. А тут я решил, а почему бы и нет? Если вы на этом канале, спустя столько времени, после того, как так долго не было ни одного, ну, практически ни одного видео запланированного, снятого по сценарию вживую, если вы спустя все это время с терпением, а может быть, кто-то даже с нетерпением, продолжаете ждать от нас видео, может быть, вам действительно интересно с нами поговорить. Вот в этом и будет суть моего шоу, которое будет выходить, я не буду бросаться громкими словами, но я надеюсь, что каждый день коротенькие выпуски, наподобие сегодняшнего. Так что, товарищи, надеюсь, до завтра. Спайсы сохрани.